нагрянула в Подмосковье по расписанию. С 1 сентября за окном холода и дожди. Столбик термометра не поднимался выше отметки в 15 градусов Цельсия. Последние надежды на бабье лето с треском разбиваются о прогноз погоды на ближайшие пару недель. Метеорологи предрекают дожди, сильный ветер, низкую температуру. Самые подходящие условия для размножения вирусов и простуд. Что делать, чтобы не заболеть? Спросили у химчан. Закаляемся с раннего возраста. В том году я гуляла по 7 часов с ним. И зимой, и осенью 2-3 раза в день закаляться нужно просто. Вот и все, и зарядку делать по утрам. Спортзал, да. Спортзал, фрукты, овощи. Все в этом роде. Помогает? Помогает. Лимончик, само то идет. И витаминки. Фрукты, ягоды едим, что продают в магазин, то и кушаем. А так какие-то таблетки не принимаем. Больше на свежем воздухе находимся, гуляем по 2-3 часа. Да, так что с детьми особо дома не посидишь, сами знаете. А облепих очень любят детки, с малиной чай любят. Кушаем много фруктов, овощей, кушаем витаминки обязательно. Поливитамины – настоящая находка для организма, говорят медики. Сбалансированный комплекс необходимых микро- и макроэлементов защищает организм и помогает противостоять вирусам и бактериям. Однако одним из лучших способов избежать заражения остается вакцинация. Прививку делать надо от гриппа однозначно. Ее надо делать ежегодно, потому что она как раз наши эпидемиологи, каждый год делают разную, скажем так, начинку для вакцины. И они подбирают именно по сезону, как прогнозируемый, какой вирус гриппа возможен именно в этот сезон. Мы, конечно, я понимаю, все боялись коронавирусной инфекции, осложнений, продолжаем бояться. Но от гриппа тоже, в общем-то, очень много осложнений идет, и лучше привиться. Вакцина от гриппа не отменяет вакцину против COVID-19. В случае, если вы решили поставить обе прививки, врачи рекомендуют соблюсти интервал. Между вводом инъекции должно пройти не менее 4 недель. В этом случае организм нормально воспримет препараты и выработает достаточное количество антител. На сегодняшний день против коронавируса в Химках уже вакцинировались 60% населения. Есть, конечно, еще 40%, которые мы приглашаем, зовем, приходите, вакцины есть. Есть и пивак, есть спутник, есть спутник Лайт. Что хотите, выбирайте любую вакцину, мы вас привьем. По словам врачей, осенью люди не только часто простужаются, но и болеют ротавирусными инфекциями. Потому медики прежде всего советуют соблюдать гигиену. Частое мытье рук, тщательное мытье овощей и фруктов, использование антисептиков и средств индивидуальной защиты.